Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе трехкомнатную квартиру в новостройке. Проекту 2 года. Присутствует вся инфраструктура. Квартира продается пустая на 5-м этаже этого проекта. Быстренько снимать инфраструктуру, поднимусь к квартире. А здесь присутствует такой открытый бассейн, просторный, также детский бассейн. Шезлонги все стоят, зонтики на любителя. Можете купить, можете попросить у консьержа. Здесь так у нас в этой стороне сад проекта. Так, присутствует также крытый бассейн. Пройдемтесь в резиденцию. Открытая парковка снаружи. Да, так, сниму я снаружи. Расстояние до моря максимум 430 метров, дорогие зрители. Это самый центр Махмутлара. Часовня рядом, ICV-икеки рядом, магазины, банкоматы, банки и тому подобное. Вот это генератор, это сад. В этой стороне у нас беседка, зона барбекю. Вот, ставите свой грил, привозите с собой прототипный, ставите и жарите, кушаете, наслаждаетесь жизнью. Видеонаблюдение 724, есть охранник, консьерж. Вот вход в эту резиденцию. Вот такое вот здание, дорогие зрители. Пойдемте мы в лобби. Там покажу быстренько внутреннюю инфраструктуру этой резиденции. Здесь у нас с левой стороны лобби. Саламу алейкум, абиди. Так, здесь у нас крытый бассейн. Закрыто. Вот крытый бассейн этого проекта. Айда 250 лир. Присутствует два лифта. Здесь у нас сауна. Так, включим освещение. Здесь у нас сауна просторная. Вот если есть где-то 7-8 квадратных метров. Есть душевые кабинки. Вот у нас римская парная комната просторная. Включим свет. Здесь у нас теннисный стол. И в этой стороне фитнес-зал. Вот такой фитнес у этого проекта. Тут зеркало. Рядом располагается субботний рынок Махмутлара. Каждую субботу. Где-то 70 метров от проекта присутствует у нас магазин А101. В левой стороне здесь убираются. Вот такой лифт тут. Капе Ачельер. Капе. Дверь открывается. Вот такой здесь коридор. Это второй лифт, который был. Здесь лестничная площадка. Наша квартира находится в этой стороне. Вот наша квартира, вот такие тут двери. И вот наша прихожая. Вот такая просторная прихожая. Сюда можно установить шкаф в эту сторону или в ту сторону. Кто как желает. Начну я со спальни. Здесь вот хозяйская спальня. Вот такая просторная. Это керамика 60 сантиметров. Сами можете посчитать. Вот так я вам покажу, сколько квадратных метров. Ну, где-то 12-11 между ними. Окошко смотрит на соседнее здание. Здесь у нас санузел. Значит, с правой стороны у нас еще одна спальня. Здесь 10 квадратных метров, она немножко поменьше. И вид. Вид в эту сторону. Там у нас море. Здесь у нас главный санузел. Такой
такой просторный, не маленький. Вот это наша кухня, гостиная такая просторная. Здесь 115-118 квадратных метров брутто, а жилое помещение 105 квадратных метров. Присутствует только один балкон. Если вы желаете, можете кухню отделить от гостиной или вставить туда какую-то декорацию, типа отделить ее из бамбуковых вот этих деревьев или металлический какой-нибудь перегородок. Вот столешница у нас гранит, шкафчики без доводчиков, придется ставить доводчики. Ну, это мельмычи, можно... Есть маленький косметический ремонт, нужен 100-200 евро потратите. Так, вот у нас балкон. Сторона здесь западная, юго-западная, южная и западная сторона. Там у нас море. Ну, вот после нескольких зданий. Барбаросса 200 метров отсюда и море 100. Вот здесь субботний рынок устанавливается, вот эта улица. Значит, хочу подвести итог о этой квартире. Квартира находится в новом проекте. Проект сдан 2 года тому назад. Инфраструктуру вы уже увидели. Айдату 250 лир. 115 квадратных метров. Брутто, нетто 105 квадратных метров. 5-й этаж, это как 6-й этаж по российским меркам. Нужно купить, обставить квартиру, обойдется вам 2500-5000 евро от вашего вкуса. Все зависит. Цена этой квартиры 72 500 евро, дорогие зрители. Торопитесь, у меня уже есть клиент на эту квартиру. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем желаю счастья, здоровья крепкого. Всем пока-пока.